Глава городского округа Люберцы вручил ключи от квартир детям-сиротам. За последние 5 лет жильем были обеспечены 95 детей-сирот. На сегодняшний день администрация уже закупила 20 однокомнатных квартир с отделкой. На оперативном совещании в администрации глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий торжественно передал ключи от квартир 3 детям-сиротам. Площадь жилья составляет от 30,7 до 31,2 квадратных метров. В настоящее время 3 квартиры приобретены. Они находятся, расположены на улице Вертолетная, дом 20. Квартиры с муниципальной отделкой, пригодные для проживания. Площадь квартиры составляет 31 квадратный метр. Ключи от однокомнатной квартиры вручаются Завальной Виолетте Алексеевне. Ключи от однокомнатной квартиры вручаются Рузееву Сергею Андреевичу. Ключи от однокомнатной квартиры вручаются Лапкиной Наталье Владиславовне. В текущем году власти городского округа Люберцы планируют привести жилые помещения для 32 детей-сирот и лиц из их числа, проживающих на территории Люберецкого городского округа. На эти цели предусмотрены денежные средства в сумме 123,7 миллионов рублей. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ.